Чувашии выявлены новые факты противоправной деятельности главы администрации Мариинско-Посадского района Юрия Моисеева. Следственное управление Следственного комитета возбудило 3 новых уголовных дела в его отношении. Это 2 эпизода злоупотребления должностными полномочиями и 1 факт мошенничества. Подробности расследования прокомментировал старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Чувашии Олег Дмитриев. По версии следствия, в 2011 году он вынудил руководителя одной из местных организаций под угрозой создания ему неблагоприятных условий в работе продать ему земельный участок, расположенный на берегу Волги в городе Мариинском Посаде. При этом ранее этот земельный участок находился в собственности как раз этой коммерческой организации. Через год он обеспечил победу своего подчиненного в аукционе по продаже земельного участка, который находился по соседству с тем участком, который он ранее незаконно приобрел у коммерческой организации. Кроме того, в ноябре 2012 года он получил через своего подчиненного от местного предпринимателя $1000 в качестве спонсорской помощи на празднование 400-летия дома Романовых в Мариинско-Посадском районе. Однако полученные денежные средства обратил в свою пользу и по целевому назначению не использовал. На данное время все 3 уголовных дела соединены в одно производство. Юрий Моисеев заключен под стражу, а на его имущество наложен арест.